Привет, меня зовут Миша Горелов. Но вообще это работа о человеке, реальность которого разрушилась, разорвалась на мелкие кусочки, и он пытается обратно собрать себя, и все вот эти вот волны, они символизируют его подъемы и падения, и, грубо говоря, мы сейчас наблюдаем его недельный отрезок жизни, на протяжении которого его внутреннее эмоциональное состояние меняется.